Первый рабочий день в Оренбурге начался с крупного пожара в здании склада пиротехники на проспекте Победы. Загорелись помещения площадью 400 квадратных метров. В тушении пожара от МЧС России по Оренбургской области было задействовано 51 человек личного состава и 16 единиц техники. Пожар произошел около 4 часов ночи в районе дома 114 по проспекту Победы. Сотрудники полиции также обеспечивали безопасность граждан на месте возгорания. От улицы Орской до улицы Немовской было ограничено движение автомобильного транспорта. Это на себе могли ощутить жители города, ехавшие с утра на работу как из степного района города в центр, так и в обратном направлении. Разведено оцепление, эвакуация ближайшей гостиницы «Виктория». Здесь тем, чтобы была возможность отправления угарным газом. Также в настоящий момент происходит тушение пожара. По окончании мероприятия будет задействована следственно-оперативная группа для установления причины возгорания. В результате произошло обрушение кровли на площади порядка 100 квадратных метров. Сам пожар составляет 400 квадратных метров. Работали по четвертому рангу пожара. Это наивысший ранг пожара в городе Оренбурге. На данный момент пожар ликвидирован, отдельные очаги. Сложность заключалась в том, что большая загрузка как в сервисном, там порядка 7 машин в самом сервисе, естественно, разрыв пиротехнической продукции. И на втором этаже, если вы видите за мной, это надстройка, там офисное помещение. По пострадавшим на данный момент пострадавших нету. Руководство здесь рассматривает две версии пожара. Это проявление электропроводки и поджог. В течение 10 дней будет это определено. Здесь работает испытательная пожарная лаборатория, дознаватели. И они все объявят.